понедельника. Если ваш день не задался с самого начала... Ой, кажется, ты пропащая невестка. Неужели за ребенком приехала? Бросила ребенка на полтора года и ни слуху, ни духу. И вы вдруг вспомнили, что у вас есть ребенок? Я за сыном приехала. Она мне его не отдает, выгнала меня. Вот, комнату не сдадите. Сынок. Это кто? Очередная невеста? Нужно срочно найти себе мужа, даже если он ничего не подозревает. Весь поселок уже судачит, что я с вами живу и уехать собираюсь. Я сейчас ваш длинный язык резать буду. Пусти! Когда речь идет о ребенке, все способы хороши. Я, кажется, ногу сломал. До свадьбы заживет. Вот и новая жизнь. Да не отдадут они тебе, даже не мечтай. Еще посмотрим. Юлия Майборода и Никита Зверев в многосерийном фильме «Непутевая невестка». С понедельника на ТВ Рус.